ждет. Здесь столько интересного для тебя и меня. И не забывай, что у песика Микки есть новое место для игр. Песик Микки каждый день находит новых друзей. Песик Микки ждет тебя в гости, чтобы спеть с тобой песню. Приезжай к нам на ферму, Микки. Привет, Микки. Привет, Микки. Привет, все. Ферма Микки. Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! Ты любишь ходить в поход? Я тоже. Это очень весело. Сегодня мы с Меган пойдем в поход. Меган – мой самый лучший друг. Мы всегда вместе ходим в поход. А сегодня так тепло и солнечно. Это погода для похода. В походе мне больше всего нравится, когда Меган жарит зефирки на костре. Ням-ням! Чтобы разжечь костер, нам нужны веточки. Поможешь мне? Здорово! Я знаю, где можно найти парочку. Бежим! Вот здесь должно быть много веточек. Посмотрим, что можно найти. Отлично! Вот это прекрасно подойдет для костра. Вот так! Скоро у нас хватит веточек для костра, у которого нам с Меган будет тепло и уютно. И зефирки можно будет пожарить. Бежим! Хорошо, что в лесу так много веточек. Еще веточки для... Подожди-ка. Минуту назад здесь лежала веточка. Ладно, я найду еще. Готово. Это будет лучший костер в мире. О, нет! Опять! Что случилось с веточками? Ветра сегодня нет, их не могло унести. О, нет! Кажется, у нас не хватит веточек для нашего костра. Что же мне делать? Микки! Это Меган. Возможно, она знает, что делать. И, может, Го и Фиона смогут помочь. Ой-ой-ой, Микки опять совсем запутался. Ты знаешь, что это было за чириканье? Знаешь, кто взял все веточки? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, уже возвращается домой из школы. Если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай, Фиона! Привет, Меган! Дружок, ты готов посидеть у костра? Да, но... Я уже не уверен.
У меня нет веточек для костра. Нет веточек? Как же мы поджарим лук? Жареный лук. Вкуснятина. Утром я гуляла по лесу и видела много веточек Микки. Я тоже ходил в лес, Меган. Я собрал много веточек для костра, но они все пропали. Ничего себе. А кроме тебя кто-то был в лесу, Микки? Вообще-то нет, но... Ах, да! Я слышу чириканье. Что за чириканье? Как у птицы? Да, точно, как у птицы. Но зачем птице брать веточки? Может, моя книга сможет нам помочь? Этот звук я и слышал. Всем привет, я Беатрис. Привет, Беатрис, я Микки. Ты собираешь веточки? Да, Микки. Я весь день собираю ветки. Я тоже. Я собрал целую связку веток, но они пропали. Вот такую связку веток. Такую? Да. О, нет. Кажется, я взяла твои веточки, Микки, прости. Все нормально. По крайней мере, я знаю, куда они делись. А то я запутался. Ты здорово облегчил мне поиск веточек, Микки, спасибо. Рад помочь. Что же ты будешь делать со всеми этими веточками, Беатрис? Я построю из них свой дом. Такой же, как у меня, Беатрис? Не совсем. Хотите его увидеть? Да. Здорово, он почти готов. Это гнездо. Здесь живем мы, птицы. Класс! Это же домик на дереве. Отличное гнездо, Беатрис. Тебе понадобилось много веточек для него. Да, Микки мне здорово помог, когда собрал все эти ветки. Я очень рад, что помог тебе, Беатрис. Если тебе снова понадобятся веточки, то можешь обратиться ко мне. Спасибо. Можешь заглядывать ко мне, когда захочешь. Друзья, предлагаю всем вместе пойти собрать веточек для костра. Звучит весело. Я могу пойти с вами собирать ветки. И я помогу, Микки. И я. Все вместе мы очень быстро соберем веточки для костра. Спасибо, друзья, это будет самый лучший поход. Я уже вижу здесь много веток, сейчас принесу их. До скорого, Беатрис. Пока. Гнезда, это здорово. А теперь у нас будет и костер. Ну что же, пойдемте, друзья. Меган, Фиона, Гай, я очень рада, что ты сегодня был с нами. Спасибо! Давайте все вместе отправимся к костру. Мы разожжем огонь. Сейчас расскажем, как. Нужно место для костра. И немного веточек. Да, но кроме всего, нам нужны дрова. Дрова! 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 Мы пожарим сосиски или зефирки. Если вы не против, я пожарю лук. Не могу дождаться. Давайте найдем дрова! 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 Давайте найдем дрова! 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 Давайте найдем дрова! Какой хороший день! Было весело встретить Беатрису и узнать больше о гнездах вместе с тобой!
Если у меня опять пропадут веточки, я буду знать, что их взяли птички. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи! Ферма Микки. Сегодня на ферме снова прекрасный день. А вот и Микки, наш новый пес. Смотри, как он мчится. Привет! Добро пожаловать на ферму! Ты когда-нибудь делал снеговика? Мы с Меган лепили снеговика пару дней назад. Мы одели его в зимнюю одежду. Меган – мой самый лучший друг. Мы закутали снеговика в теплые вещи, потому что он стоит на улице, а там холодно. Мы с Меган хотели навестить снеговика вчера, но не смогли, потому что весь день шел дождь. Но сегодня дождя нет. Хочешь пойти вместе со мной к снеговику? Здорово! Бежим! Где же мы лепили снеговика? Я помню, что он стоял напротив ярко-голубой кормушки. Вот оно! Вперед! Так, вот кормушка. Значит, снеговик должен быть... Где же снеговик? Секундочку. Что это? Кажется, это теплая одежда снеговика. Это рукавички снеговика. А это его шарф, шапка и солнечные очки. Но самого снеговика нет. Интересно, куда ушел снеговик? И почему он не надел свою теплую одежду? Я поищу его. Смотрите, это нос снеговика. Я никуда не хожу без своего носа. С ним я всегда знаю, куда иду. Возьму этот нос с собой. Но где мне начать поиски? Микки! Это Меган. Возможно, она знает, что делать. И может, Гай и Фиона смогут помочь. Ой-ой-ой. Микки опять совсем запутался. А ты знаешь, куда делся снеговик? Знаешь, почему он оставил всю зимнюю одежду? К счастью для Микки, Меган, его лучший друг, уже возвращается из школы. Если кто и сумеет помочь Микки, то это она. Микки! Привет, Микки! Привет, Микки! Привет, Гай, Фиона! Привет, Меган! О, Микки! Ты принес мне чудесную вкусную морковку! Это очень мило с твоей стороны. Ну, не совсем. Ох, вот так лучше. Это нос снеговика, которого мы недавно лепили, Микки. Именно так, Меган. Лепить снеговика было очень весело. Но зачем ты принес его нос сюда, Микки? Ну, я сегодня ходил навестить снеговика, но его уже не было. И вся его теплая одежда лежала на земле. И его нос тоже там лежал.
Я хочу найти снеговика, чтобы прикрепить ему нос. Но я не знаю, где искать. Может, снеговик играет в прятки? Посмотрю, не прячется ли он в моем доме. Фиона, кажется, снеговик слишком большой, чтобы зайти в твой дом. Да, верно. Забудьте. Ты прав, Гай. И кроме того, снеговики не умеют ходить. Они сделаны из снега. Верно. Меган, да куда же делся снеговик? Может, моя книга сможет нам помочь. Это снеговик! Он вернулся! Так где же он? О, привет! Я вас и не заметил. Меня зовут Сэмми. Привет, Сэмми! Я Микки. Ты что-то ищешь? Да, Микки. Я ищу свой нос. Я был уверен, что он где-то поблизости. Прости, Сэмми, твой нос у меня. Я хотел найти тебя, чтобы вернуть его. Вот он, Сэмми. Лови. О, так намного лучше. Здорово, что вы принесли мне мой нос. Спасибо, Микки. Рад помочь, Сэмми. Ну почему ты оставил его там, где раньше стоял? Я не оставлял его, Микки. Я растаял. Растаял? Да. Создания из снега тают, когда становится тепло, и особенно, когда идет дождь. Вчера как раз шел дождь, помнишь? Да. Вчера шел дождь! Но если ты растаял, как же ты снова появился, Сэмми? Детишки собрались и слепили меня обратно. Вот только нос они не смогли найти. Я рад, что ты сохранил его для меня, Микки. Если бы он попал к кому-то другому, его наверняка бы уже съели. Молодец, Микки. Спасибо, Гай. Сэмми рад помочь. Значит, теперь ты в порядке? Не совсем, Микки. На улице становится тепло. Да. Кажется, я снова начал таять. Приходит весна, и, возможно, мы не увидимся до следующей зимы. Скорее всего, ты прав, Сэмми. Зима подходит к концу. Было весело лепить тебя, Сэмми. Мы обязательно слепим тебя снова следующей зимой. Спасибо, Микки. До свидания, Сэмми. Пока, Микки. Значит, Сэмми никуда не уходил. Он просто растаял. Верно, Микки. Но даже если снеговик растает, его потом всегда можно слепить снова. Жду не дождусь следующей зимы, чтобы снова слепить Сэмми. Да, это будет весело. Я тоже с нетерпением жду, когда мы будем снова лепить Сэмми. Я даже отдам одну из моих морковок для его носа. А его уши можно сделать из моих игрушек. Да, Фиона, почему бы не начать прямо сейчас? Вперед! Меган, Фиона, Гай, я очень рады, что ты сегодня был с нами. Спасибо! Увидимся зимой! Увидимся зимой! Пока! Пора прощаться с мистером Снеговиком! Пока, Снеговик! Сегодня потепление! И он начал таять! Мистер Снеговик! Мистер Снеговик! Пока, пока! Увидимся зимой! Увидимся зимой! Не грустим! Это ненадолго! Пока, Снеговик! Не плачь! Мы помним о тебе! И слепим тебя снова! Мистер Снеговик! Пока-пока! Увидимся зимой! Мистер Снеговик! Пока-пока! Пока-пока! Мистер Снеговик! Увидимся зимой! Я не знал, где снеговик, которого мы слепили. Но теперь я знаю, что он никуда не уходил. Он растаял. Детишки на ферме снова его слепили. И мы с Меган, Гаем и Фионой также слепим его снова следующей зимой. Надеюсь, вскоре ты снова придешь к нам. До встречи!